Назначен новый заместитель градоначальника. В аппарате акима города Караганды произошли кадровые изменения. С сегодняшнего дня заместителем акима по вопросам архитектуры, строительства и земельных отношений назначен Дархан Иманашев. Дархану Сериковичу Иманашеву 29 лет, имеет два высших образования. Закончил Каргу имени Букетова по специальности инженер дорожного движения и Карагандинский институт актуального образования «Балашак» по специальности юриспруденция. С 2009 года занимал должности помощника министра транспорта и коммуникации Республики Казахстан, начальника управления развития автодорог Министерства транспорта и коммуникации РК, начальником управления подготовки инвестиционных проектов Комитета автомобильных дорог. До назначения являлся советником акима Карагандинской области Абельгази Кусаинова. Прежде занимавший должность заместителя акима Ерик Садыков переведен на работу в Министерство экономики и развития торговли Республики Казахстан.